На Славянском кладбище в воскресенье разгорелся конфликт между двумя ритуальными компаниями. Копачи, нанятые на работу индивидуальными предпринимателями, устроили потасовку с персоналом муниципального предприятия «Ритуальные услуги». Согласно федеральному закону о погребении и похоронном деле, копать могилы на кладбищах могут только муниципальные структуры. Представители частных организаций не раз игнорировали предупреждения о незаконности своих действий, но в этот раз спор решали прямо посреди могил с помощью брани и грубой силы. Навели порядок на кладбище сотрудники полиции, в потасовке никто не пострадал.